Занимаемся выращиванием рыбопосадочного материала малек форели для предприятия уже садковых, которые выращивают рыбу до товарной навески. Предприятие принимает это на стадии икры, на стадии глазка, и дальше мы доинкубируем ее, там 10 дней происходит выклев, и рыба начинает подниматься на плав, и начинаем кормить, и дальше ротить ее уже. За 3 месяца мы выращиваем ее для того, чтобы отгрузить уже покупателя.